Всем привет! Это видеообзор на холдер для пластин от Николь Дайри. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Помимо своего официального сайта, компания Николь Дайри представляет свою продукцию на сайте Amazon. Мне прислали на обзор очаровательный холдер для пластин. Качество холдера меня очень порадовало. Также представители компании предоставили дополнительную скидку в размере 20% на всю сумму заказа. Для получения скидки вам нужно только ввести код в специально отведенное окошко. Холдер предназначен для хранения 24 пластин размером 6 на 12 см и 48 пластин размером 6 на 6 см. Также в холдере можно разместить несколько пластин размером 10 на 15 см. Теперь давайте посмотрим на холдер более детально. Холдер упакован в фирменный мешочек с завязочками. Вынимаю холдер, и вы только посмотрите, какой он красивый. Голография просто невероятная. На холдере присутствует логотип компании, он хорошо качественно прошит, клепки внушают доверие, молния металлическая. С молнией у меня проблем не возникало, и тогда, когда холдер был пуст, и после полного его заполнения. Организация самого холдера состоит из 6 боковых кармашков и 8 файлов. 4 файла по 6 кармашков на каждом для хранения пластин 6 на 12 см и 4 файла по 12 кармашков для хранения пластин 6 на 6 см. На файлах кармашки расположены с двух сторон. В боковых кармашках можно разместить несколько пластин размером 10 на 15 см. Пластины размером 6 на 12 см на подложке без труда размещаются в отведенных для них кармашках. Для удобства производитель предусмотрел специальные вырезы на кармашках для того, чтобы было удобно вынимать пластины. Пластина такого же размера с легкостью помещается в кармашек с другой стороны файла. При этом пластина также без труда вынимается. Пластины в кармашках не болтаются и не выпадают. Маленькие кармашки предназначены для хранения небольших пластин размером 6 на 6 см, а также круглых пластин. Я полностью заполнила холдер пластинами 6 на 12 см на подложке, маленькими пластинами и 6 пластинами размером 6 на 15 см. При полном заполнении я без труда застегнула молнию, при этом холдер не стал трещать по швам. Как я уже говорила ранее, качество холдера довольно хорошее. Держать такой холдер в руках и приятно, и удобно. Он отлично подойдет для хранения ваших пластин для стемпинга. Ну а то, что он еще и красавчик, нас, девушек, это не может не радовать. Ну что ж, вот такой обзор у меня в итоге получился. Если вам понравился обзор или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!